Талисман – магический предмет, назначение которого является принесение счастья и удачи его владельцу. Мало кто знает, но у аквариумистов есть свой талисман. Талисман, который помогает в трудных ситуациях аквариумного хобби. Данный талисман очень хорошо помогает, когда, например, сломался фильтр, срочно нужно купить средства от бороды и во многих других ситуациях. В этом видео я покажу, как сделать талисман аквариумиста. Первое, что необходимо сделать, это дождаться зарплаты. Сразу после этого, не заходя в магазин или домой, нужно выбрать самую красивую купюру. Произнести следующие слова. «Только на аквариум, на оборудование и для других нужд аквариума». Эту фразу повторяем 3 раза, после чего сворачиваем ее так, как на видео. Замечу одну важную деталь. Чем больше у вас будет таких талисманов, тем эффективнее магия. У меня, как видите, на данный момент 2 талисмана. Но бывает и больше. Последний важный момент. Этот талисман необходимо носить в кошельке. Но не стоит его носить в общем отсеке. Для того, чтобы магия была намного мощнее, выделите для этого талисмана самый неприглядный кармашек. Да так, чтобы вы сами про него забыли до тех пор, пока не появится в нем нужда. На этом видео подошло к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Парк.